Друг, привет! Это Аня, я тебе передаю привет из Тбилиси. У меня здесь тепло, и поэтому никакого новогоднего настроения, ни снега, ничего. Короче, у меня ничего подобного нету, но при этом все равно у меня есть новогоднее пожелание для тебя. Может быть, я не смогу создать какую-то праздничную атмосферу, но как минимум я точно хочу тебе пожелать много чего важного, и я думаю, что много чего приятного, того, что, я надеюсь, с тобой случится в 2022 году. В первую очередь, конечно же, для каждого, кто сдает ЕГЭ, и это, мне кажется, это должна быть обязательная часть вообще моего поздравления, я, конечно же, хочу тебе пожелать, чтобы в следующем году, в котором ты сдаешь ЕГЭ, если не сдаешь, что там, через год, неважно когда, в общем, в будущем, который наступает, я желаю тебе получить прекрасные баллы за ЕГЭ, чтобы ты был безумно рад, чтобы ты рассказывал всем про то, какой ты молодец, что все у тебя получилось, что вот такие вот у меня баллы, а я так волновался, а у меня все получилось на самом деле. И чтобы это, ясное дело, привело тебя к тому будущему, который ты хочешь, чтобы ты поступил в тот универ, в который ты хочешь, чтобы ты был счастлив и спокоен за свое будущее, что все идет ровно так, как ты и хотел. А если вдруг что-то поменяется, чтобы ты все равно осознал, что это все равно ровно то, что я и хотела. Это все равно ведет меня к классному будущему, мне будет кайфово, мне будет круто. Это мое первое пожелание. Второе пожелание, и оно будет совсем не про учебу. И мне кажется, что учеба — это важно, да, но есть вещи, которые намного важнее. Я тебе хочу пожелать, чтобы в будущем наступающем году и во всех остальных тоже у тебя были рядом люди, на которых ты можешь положиться, с которым ты можешь поговорить, обсудить что-то, им рассказать, поделиться. Они могли тебя понять, дать себе поддержку, любовь, участие какое-то. И чтобы эти люди были рядом, чтобы ты всегда знал, что вот у меня есть плечо, на которое есть что можно положиться. И последнее, чем я хочу завершить, это, наверное, просто в целом ощущением, которое я тебе очень сильно желаю, чтобы оно было с тобой как можно больше и как можно чаще. Это ощущение, что все круто, все идет так, как я хочу, все. Что я хочу, то происходит в моей жизни. Мне нравится то, чем я занимаюсь, начиная от самых маленьких вещей в формате. Мне нравится, как я мою посуду, заканчивая тем, мне нравится, как я устраиваю свою жизнь и куда я направляюсь и кем я буду работать. Что вот это ощущение у тебя всегда было в голове, такое, что все классно, все идет так, как я хочу. И это мое поздравление. Постарался его структурировать, как-никак все-таки математику преподаю. Но в любом случае в нем очень много, помимо структуры, еще и очень много тепла, которое тоже мне хочется тебе передать. Вот, я тебя обняла, приподняла. Мы еще увидимся и встретимся обязательно в 2022 году. Все, всем пока-пока.